сыграл. Сыграл с компьютером, как всегда в начале, вот так сильно выигрывал. Но потом пошли дела в худшую сторону, и он выиграл на 6-м уровне. Один раз играл с ним, чуть не обыграл, но там уже ему, у него была одна королева, у меня был королева и башня. И у меня спешек больше было, но потом как-то расслабился, и он выиграл. Но, по сути, если бы напряжение проявил, то я был бы должен был бы обыграть. Просто как-то хотелось быстрее. А тут тоже вот, как показывает, вот тут был у меня шанс очень большой его обыграть. Как-то я именно вот такое большое преимущество у меня были его обыграть. Вот. Мне нужно было сюда идти. Он бьет. Потом я бью. Потом он бьет. Я бью. И нападаю на королеву. Он тоже на мою королеву. Он бьет. Я ухожу королевой. В итоге он проиграл слона. Тут идет. Я бью тут. Он бьет королеву. Я бью ему шах. Я еще коня его убью. Он уже слона и коня проиграл. Я бы сбил этого слона. Нет, шах оставить.
теперь вся игра. Оказывается, было лучше не бить. Коня надо было сбить. Что-то дало. Видимо, слон, как бы не нужно было бы его нигде отводить. А я куда его? Я его отвел. Оно это сильно ничего не поменяло. Я и думал его бить, но в других случаях его не советуют бить. Тут я бы, если бы сбил, если бы он меня мог сбить. А я могу там кого-то сделать. Вот играю. Тут подойду. Надо было бить его, я не сбил. Теперь надо было бить, я опять его не сбил. Спешки не сбил. Вот так как бы больших промахов не было, вот этот считается большим промахом. Теперь надо было бить, а я опять какой-то. Теперь надо было бить. Тут не надо было бить. Надо было тут идти. Вот тут все равно не бил бы. Я, допустим, это бил. Бьет. Я бью рокировку. Я бью. Он бьет. И тут он. А он когда не может бить по защите. В общем, я так не пошел. Это не надо было идти. Надо было на королеву напасть. Вот опять у меня шансы большие были выиграть. Но я не там пошел. Как могло развиться событие. Я тут пошел. Сбил, я сбил. Вот я тут думал, идти на казаку. Думал, он убежит все равно. Зачем идти?
Тут я ошибку сделал. Тут он уже с пешками выиграл. Уже как бы мне конец.